ему говорила: Дим, давай мне хотя бы каждый месяц по миллиону, по два, по три. Я постоянно ему говорила, я говорю: Дима, вот ты получаешь столько-то. Он, кстати, до хрена получал. Реально очень много. Я таких денег просто никогда не видела. Я только стала ведущей, и у меня была очень маленькая зарплата. Половина уходила на подарки моему мужу. Рубашка Дольче & Габбана стоила 100 тысяч. Когда я эти цены увидела, потому что я-то одевалась в манго.